Прокуратура разберется, почему полтора года жилой дом в Октябрьском округе оставался без управляющей компании. Около 500 его жильцов намерены признать дом аварийным. Пятиэтажка на 4-й транспортной построена более полувека назад. Серьезный ремонт здесь проводился всего лишь один раз в 80-х годах. А 8 лет назад комиссия установила степень его износа 53%. На тот момент этого оказалось недостаточно, чтобы признать дом непригодным для проживания. Сейчас жильцы снова собирают документы, чтобы назначить все обследование. Тем временем дом уже продолжительное время не обслуживается. Администрация Октябрьского административного округа в обязательном порядке должна была провести конкурс на данный многоквартирный дом по выбору, значит, обслуживающей или управляющей организации. Управляющая компания «Сибирский коммунальник» отказалась от него в связи с большой задолженностью. Более 14 месяцев никто здесь ничего не платил. Мусор не платит, обслуживание не платит.